Экс-глава Дагестана Васильев получил новый пост в аппарате правящей партии. Получив должность советника президента, бывший глава республики стал также исполняющим обязанности заместителя секретаря Генсовета «Единой России». Теперь Васильев будет отвечать за формирование списков кандидатов в депутаты и курировать общественные приемные Дмитрия Медведева. Об этом рассказал сам секретарь Генсовета партии парламентского большинства Андрей Турчак, сообщает РБК. По его словам, инициатива исходила от председателя партии Дмитрия Медведева.